Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о согласных, ну, примерно о том, о чем вы хотели э, знать, но стеснялись спросить. Сначала мы поговорим о непроизносимых согласных, затем о звонких и глухих и закончим двойными. Подумайте, уверены ли вы в том, что предложение юрисконсульт зашел в трансагентство вы напишите без ошибок? А как насчет э, колоссальный аттракцион прогрессивного режиссера и продюсера? Ну и, наконец, ловкая печушка раскрошила иссохшую шанишку. Чтобы как можно лучше подготовиться к тотальному диктанту и быть в состоянии справиться с правописанием глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных и двойных согласных, давайте повторим правила. Чтобы правильно написать слова с одним из парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова, нужно подобрать родственное слово или изменить слово так, чтобы после этого согласного следовал гласно. Не забудем, кстати, о чередованиях. А вспомним, что «д» чередуется с «ж», а «интрижка», «интрига», «х» чередуется с «ш», отмашка махать. Если правильно подобрать проверочное слово, то э, никаких проблем у вас не будет. Если же подобрать проверочное слово невозможно, то нужно запомнить, как пишутся эти слова. Как правило, это заимствованные слова. Например, абсолютный, рюкзак, футбол. Кроме того, э, для многих большую проблему вызывают написание э, слов с приставками без... ВЗ, ВОЗ, из, низ, раз, через и так далее. Эти приставки пишутся по особому правилу, а именно по такому. Перед буквами, передающими глухие согласные, в них пишется буква С, а в остальных случаях буква З, например, бесполезный и сохнуть, но при этом бездарный, безвольный, возбудить. И так далее Когда мы говорим о непроизносимых согласных, мы должны помнить: для того, чтобы правильно написать слово с непроизносимым согласным, нужно изменить слово так, чтобы после него шел гласным, или а, подобрать такое слово, чтобы в них непроизносимый согласный произносился отчетливо. Тот самый юрисконсульт, который зашел с трансагентства. Мы можем к слову трансагентство подобрать агенты или агент, где. Все ощущается очень хорошо. Или, допустим, постная пища, можно сказать, есть люди, которые соблюдают все посты. В данном случае мы также слышим отчетливо непроизносимый звук. Очень многие люди путают такие слова, как кровесник, сверстник, явственные яства. Обратите внимание на слайд, эти слова все представлены. Постарайтесь их не путать. Поговорим теперь о двойных согласных. Двойные согласные часто пишутся на стыке частей а слова, например, на стыке приставки и корня. Если приставка заканчивается, а корень начинается с одной и той же буквы, то мы имеем дело как раз с двойными согласными. Например, Беззаконный, бессердечный, предверие и так далее. Обратите внимание на эти слова на слайде. Если вы понимаете, что это приставка и корень, то вы всегда будете помнить о двойных согласных. Кстати сказать, есть два слова, такие как расчет и рассчитывать. И очень многие люди путают, где одно и где два. Обратите внимание на слайд, там эти два слова очень хорошо представлены. Кроме того, двойные согласные пишутся еще и на стыке основы и суффикса. Если основа заканчивается, а суффикс начинается с одной и той же гласной. Как правило, это «н» или «с». Например, «длинная» от «длина», «старинная» от «старина», «законная» от «закон» и так далее. Обратите внимание на слайд. Кроме того, двойные согласные Пишутся в русских корнях, и это слова «вожжи», «дрожжи», «жужжать», «можжевельник». Ну и производные от этих слов, естественно. Самый сложный случай, на мой взгляд, это двойные согласные в заимствованных словах. И эти слова, как правило, нуждаются в том, чтобы их запомнить. Могу вам посоветовать обращаться в таких случаях к словарям, иностранных слов, или заодно вы посмотрите, что эти слова могут означать, ну и запоминать эти слова. Если мы имеем дело со словами, образованными от э, слов с двойными согласными, то мы должны помнить, что эти две согласные в них сохраняются. Группа – группка, программа – программка, бал – бальный. Обратите внимание на последний слайд. В нем представлены слова исключения. Мы знаем, что есть слово «тонна», «но», «трехтонка», двумя-то, «но», «оперетка», «колонна», «но», «колонка». Дорогие слушатели, я желаю вам удачно написать тотальный диктант и надеюсь, что вы не сделаете ошибок в тех словах, о правилах написания которых мы сейчас говорили. Удачи вам!